Здравствуйте, меня зовут Александра Юрага, мне 19 лет. Я родилась в Санкт-Петербурге 12 февраля 1998 году. Сейчас живу в Москве и учусь в ВГИКе в мастерской Сергея Александровича Соловьева на третьем курсе на актерском факультете. И закончила две музыкальные школы, одну по классу фортепиано, другую по классу вокал. Пою с 4 лет, немного играю на гитаре, занималась верховой ездой, плаванием. Катаюсь на велосипеде, на роликах. Категорически не умею кататься на коньках. Каталась один раз в жизни, на роликах не умею. Возможно, умею на коньках, но не знаю. Надо попробовать. Хотела это зимой, не получилось. Так вот, в ВГИКе мастерской я играю в двух спектаклях. Это «Пьяные» Ивана Воропаева. Я играю роль Лоры. Вот. И в спектакле «Герой нашего времени» называется «Княжна Мэри». Это по мотивам романа «Герой нашего времени», скорее всего. Вот. И там я играю девушку в перьях. Ну, если точнее по-русски, то проститутку. Но у нее очень трагическая судьба. В общем, мне это очень роль нравится. Вот. Так. Что я еще не рассказала? Я до поступления в ВГИК играла в оперном театре детей имени Галины Вишневской. Я играла в мюзикле «Оливер Твист», играла Нэнси. Вот. Я могу спеть. Я в камеру не буду смотреть, я буду так петь. Just a man, yeah. Por el tiempo, volviendo a sonreír, luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz, y llorando.